Главное, чтобы у него не было C4. Вон он. Что? Это что, Барретт? Обозначила цель для авиации. Я загрузчик 2.0, подходит. Начинаю обстрел кассетами. Найс. Так. Ой. Поехали! Ой, бля, поехали! Как можно было умереть в этой ситуации от кластерки? Как? Бибип, ёпта. Уважаемый. Стойте. Ты чё? Мужик, подожди, я броню твою заберу. А чё случилось? А как так? А, понял. Ах ты гад. Их тут не было, их тут несколько было. Нравилось. Ну веселая катка зато. Зато веселая катка. Так, пацан, хватит кидать камни в труп. Куну в порядке. Мальчику, швыряющему камни в труп, явно не больше 12. Если можно говорить, что дети бывают уродливыми, то вот это самый подходящий образец. Его уродство почти можно назвать изысканным, как у гремлина. На пару слов, пацан. Прямо в хер, попади ему прямо в хер. Нифига! Замутили. Замутили слово плохое. Спасибо. Даже осуждать не надо. Не знаю, что там вообще за слово. Наверное, как, какой-нибудь... короче, какое-то неизвестное мне слово. Это я такими словами не пользуюсь. Камнями хватит кидаться. Выбей этого плохого человека. Да, прямо в ёбыч. А плохой человек обосрался. Пиздани его граблями. Куну в душе не ебёшь с такой грабли. Куну же не огородник. Ким, что нам делать? Мы не будем делать ничего. Я не готов играть с такими силами. Увидите. Язык, на котором говорят эти дети, это чистая необузданная ид. С этими зверьками не договориться. Вы двойняшки? Ты что несешь? Он назвал нас плохими людьми. Вы тут вообще часто играете? Да, мусор, тут кун играет в своей деревянной бибик. Окей, тебе-то хули. Лазал по лестнице. Да ты посмотри на эту хуёвину. Ты прикончить куда хочешь? А, то есть, на твой взгляд, взобраться по лестнице нельзя? Кун-то откуда, блять, знать? Кун сраный акробат, что ли? Лейтенант что-то бегло записывает в блокнот. Это ловушка куна, не лазай по ней. Куна? Чё в теплице? Без понятия. Пожимает плечами он. Там раньше работала садовница Киптша. Кипт уничижительный термин, которым называют людей южно-семенинского и ареопагитского происхождения. Когда-то это было распространенное имя среди ильдемаратских архипелагов. Сейчас встречается реже.
Мне будут вопросы потом. Да куда вообще похуй? Он сплевывает через плечо и снова смотрит на тебя. Че ты о трупе знаешь? Ну что, говномусор, у тебя еще будут вопросы? Не говори мусору, ни хрена, куна. Ким, помоги. Что мы хотим узнать? Мусор тормозит, он реально заострял. Ты слышал, что сказала куна? Куна вообще был не в Мартинезе и даже не в Ревашоле. Куна не торчит за холустье. Ну и где же тогда был? Не знаю, ну в какой-то, бля... Он оглядывается, пытается что-нибудь придумать. В Меске или, не знаю, еще где-то найти... Что? Еще где-то в Найт-Сити? Куна был в... Что? В смысле в Найт-Сити? Это умышленное название или это случайное? Нет никакого Найт-Сити. Звучит как название города из бульварного из бульварного фантастического романа. Если что, эта игра вышла до Киберпанка. А где находится Найт-Сити? Куна выдает только ту инфу, которую надо знать, а не тебе не надо. Шухер, Куна, он тебе зубы заговаривает, сейчас как схватит? На помощь, мусора, взяли Куна, помогите, насилуют. Просто ответь на вопрос. Помогите, уже хуй достает. Нагнетай Куна, он достал хер, тебе страшно. Мусора пытают Куна, кто-нибудь помогите. Как до этого дошло? Грубая сила 42%. Заткнуть его. Успех? Ну ты, конечно, и дебил. Не, ну за ним нет смысла бежать. Он, наверное, в домике сидит, да? Время истекло, задача не выполнена. Эх. А чё, ты даже в Apex не получается у тебя играть? Ты смотри какой. Чё за чел? Почему туда едет? А... Это что, катка каких-то просто любителей, автолюбителей странных очень? Блин, ты смотри, и этот с призраком. ППЛА входит в район операции. Опа. Ага. Осталось 9 противников. Не дайте им уйти. Куда? Он что, за зону решил улететь? Иди сюда. Я в тебя попасть не могу. Блин, ну... Не, ну... Чат, ну сори. О, нормально. Попал. Две обоймы потратил, но попал. Так. 6 игроков осталось. Не. Не, так нельзя. А как можно? А-а-а! Пизда. Продолжим. Их ты ж, блять, а? Ого. Вы стали специалистом.
специалист. Солидно. Так, три чела осталось. Разжимаем БПЛ-шку. БПЛА входит в район операции. Ага. Так, один тут. Один, мне кажется, тут. Нет, нету. Ладно. Да блин, есть окно нормально. О. Так, чел, давай. Чат, смотрите, сейчас как... Сейчас пробую, про выстрел будет. 2000 years later. Он меня видит, интересно, или нет? Погнали. Концентрация газа повышается. Следуйте в новую безопасную зону.